Уважаемые балаковцы, близится к завершению 2017 год. Для Балаковского района и для региона в целом он оказался чрезвычайно богат на события. Мы выбирали губернатора и депутатов областной думы. В региональном парламенте интересы балаковцев представляют 5 депутатов. В минувшем году мы реализовали большое количество социально ориентированных проектов и целевых программ. Самые крупномасштабные – это Балаково спортивная и комфортная городская среда. Общая сумма освоенных средств составила 200 миллионов рублей. Первый проект, поддержанный спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным, вдохнул новый импульс в развитие массового спорта в нашем городе. За 9 месяцев 2017 года в экономику и социальную сферу района было инвестировано 8,5 миллиардов рублей. Полученные результаты не повод останавливаться на достигнутом. И 2018 год ставит перед нами важные задачи. Уважаемые земляки, только общими усилиями мы сделаем Балаковский район лучше. Желаю вам в 2018 году крепкого здоровья, семейного благополучия и свершения задуманных планов. Пусть следующий год принесет удачу!